Добрый день. Это собрание по мобильности и смертности. Обсудим ошибки хирургов в случае Лизы Уильямс. Меня зовут Элизабет Тейлор. Я хирург-консультант. Смерть не связана с операцией. Причина – прогрессирующий сепсис. Ей нужна операция. Все прошло хорошо, Лиза. Она в морге. Инфекция оказалась слишком сильной. Это плохой исход. Шансов выжить почти не было. Мои результаты опубликуют в статье. Цель не защитить хирургов от критики. Ищут виноватого. Я могу убить тебя незаметно. Медсестры пострадают. Мы сделали все возможное. Подходит для карьеры в медицине. Вот о чем речь. Мы все стоим в стороне и молчим. У нас обязательства перед пациентами. Вы лучшие в своем деле. Но всегда ли это лучшее для пациентов? Ошибки случаются всегда, и я ничего не скрываю.